Я снова поднимался наверх, в холодное и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада, но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в полис. Так, у нас тут засада, поэтому аккуратненько. Не забывайте, что у вас запас фильтров ограничен, но в то же время лезть на рожон не стоит. Поэтому по-тихому поползли. И если аккуратно подняться вот здесь, то можно выйти прямо в тыл противника, так сказать. Вон он, чувак. Очень аккуратно выбирайте место, где вы его будете ложить. Кто идет? Чтобы его товарищи не срисовали. Давайте повторим. У нас есть 15 минут, не больше, чтобы открыть гермозатвор. Если не успеваем, отступаем на базу. Я тут подумал, почему бы нам не взорвать его, а, господин офицер? Страшновато тут, наверху. Так, смотрим. Посмотрите, вот сюда за ящички спрятались и подходим. Гермыслитель, а? Он думает. А ты подумал, Швайн, что нам делать, когда эта жалкая станция будет нами захвачена? Как закрывать проход? Твоей дурной башкой? В общем, прекратите демагогию. Рейк дал нам четкое задание. Захватить станцию бесшумно и быстро. Натюрли? Крысы? Может, конечно, и крысы. Так, тут вот сигнал, что минутка осталась для фильтра. Давайте его сменим, пока сидим, ничего не делаем. Давайте-ка попробуем его устранить по-тихому. Вот сюда. Вот сюда. И вот здесь вот за ящичками... Хорошее место его положить. По-тихому сделали, обшмонали. И смотрим там. Вон он, его товарищ. Лучше через верх не выглядывать. Справа-слева. Вот этот фонарик, он, конечно, очень сильно мешает. Но если его подстрелить, то сразу будет поднята тревога. А так как мне это не надо, то приходится его терпеть. Так, повернулся спиной. И я пошел. Так, он двинул. И я двинул. Так, этот спиной пошел. Самое хорошее место его положить вот здесь, прямо по центру этой площадки. Его никто не заметит. Так, и что-то он хочет... Ага, вот она. И обойдем. Можно, конечно, спуститься вот туда и, прячась от фонаря за укрытие, подобраться к ним. Но я нашел более легкий, простой способ. Добраться до них. И это не лестница, потому что по ней спуститься... Не вот эта лестница. По ней спуститься очень-очень проблематично. Вы упадете и разобьетесь. Придется использовать аптечку, да еще и шум подымите. А если вот здесь и спрыгнуть на крышу по-тихому, вот так, то...
без каких-либо последствий для вас. Грибы какие-то не те, что ли? Почудилось. Надо бы нож наточить. Да ладно, как вернусь. Самое лучшее место его положить — это вот здесь. А? Что? Никто никогда его не заметит. Так, смотрим, где там его товарищ. Так, он идет прямо. Там туннель. Мы бежали в начале. И прямо он на виду у товарищей. Поэтому вот здесь его снять, конечно, можно, но это очень-очень проблематично. Нужно высмотреть, как движутся товарищи, как движется он. Ну, можно, но слишком много мороки. Проще, конечно, подождать. Так, не вылезаем, а то они очень глазастые. Уж очень они глазастые. Вот он. Так, стал я уже подхрипывать. Меньше минуты осталось для фильтра. Я так понимаю, он рассчитан только на 3 минуты. И мы подождем его вот здесь. Повернусь в казарму и сразу на боковую. Да. На боковую — это хорошо. Смена уже. Вот здесь мы его положим, недовольного нашего, и пошли вот туда. Так, здесь у нас два чувака. Так, один в броне, а второй нет. Поэтому в броне ножом не взять. Мы вот так его по-тихому, чтоб тревогу не поднял, раз он забеспокоился. Иногда он, конечно, не замечает труп, а иногда замечает, но чаще замечает. Поэтому зачем рисковать? Поэтому мы лучше подстрахуемся. Один. И второй. Все. Теперь можно включать свет, вставать и быстренько их шмонать. Фильтрик мы сменим. Шмонаем, шмонаем и побежали. Вот здесь не только патроны, но и фильтр есть. Шмонаем вот этого. Шмонаем броника. И побежали. Время у нас поджимает, но так как мы всех их здесь сняли, то нас уже никто не услышит. Поэтому можно уже... Так, побежали, не тормози. Вот сюда. И вот сюда. Все равно бежать через верх. Поэтому вот здесь возьму я схрон.
и вот сюда. Там был фильтр запасной. Поэтому я возьму фильтрик хороший и патрончики вот для этого. Все. И теперь вот сюда. Побежали и прыгнем сюда. Так, выключили свет, затушили и присядь.